чтобы раздобыть масло, тогда пойдем на склад. Я думаю, здесь где-то должно быть оно. Вот. Я в тот раз его пропустила. Мистер Крабс, можно я возьму это старое подсолнечное масло? Да забирай. Перл убедила меня перейти на низкокалорийную, обезжиренную, маслянистую жидкость. Распыляют ее на еду. Это ж надо. Деньги, деньги. Масло есть, значит, отнесем ее. Ого! Блин. Отнесем его загральщику, который все жарится на солнце. Все, вот на тебе масло. Одна бутылка подсолнечного масла для вас, как заказывали. Чудно, чувак! То, что нужно! Скоро я покроюсь хрустящей корочкой! Да ты что, чувак? Ты весь уже сплошная хрустящая корочка! Ну, можно уже брать солнцезащитный крем? Бери, конечно, чувак! А теперь ступай! Мне нужно поджариться как следует! Ух ты! Рыба уже сама себя готовить начала! Чего они еще напридумывают? Берем крем и отнесем на странки его. В обмен на зонтик. Держите, миледи! У этого солнцезащитного крема уровень защиты 100! О, really? Большое спасибо, дорогой сэр! Вы так галантны! Можете взять мою парасольку? Я вообще-то хотел одолжить у вас зонтик. Какой же ты шутник! Хорошо, вот твой зонтик. Надеюсь, он тебе пригодится. Всего хорошего! Спасибо, миледи! Получили зонтик, возвращаемся на автобусную остановку. Водителю его отдадим. Вот зонтик, дяденька-водитель. Мы уже можем ехать? Ветер усиливается. Разве вы не чувствуете, что гроза приближается? Ехать небезопасно. К тому же, этот зонтик от солнца. Ну, пожалуйста, я должен попасть в парк. Я должен, я должен, я должен, я должен. Ну, ладно. Но не говори потом, что я не предупреждал. Ура, бухта-барахты! Мы едем к тебе! Ах, не нравится мне все это. Все-таки уехали. Сегодня будет самый распрекрасный день в моей жизни. Попрыгунчи, вот так. Эй, кто выключил свет? Ой, не та песня! Когда Патрик спит в автобусе, мне становится скучно. Почему бы тебе не поспать тоже? Но я выспался ночью. Подумай о бухте-барахте. Заткнись! Из-за тебя я музыки не слышу! Замолчи! Ну-ка вернись на свое место и прекрати поясничать. Ну ладно, ладно, поехали. Наконец-то. Ой, кажется, будет дождь. Морской черт, я не вижу дороги. А что за дела-то? На, держитесь, ребята. Подводный торнадо. Ой,
Мы останемся тут и переждем шторм. Я первый! Эй, Патрик! Это совсем не бухта Барахты! О! Блин, свернули все-таки не туда они. Автобус свалился на какое-то дно вообще. Ужасная погода, в общем, прокатились. Нужно придумать, как заставить автобусы снова ездить. Я не могу сидеть тут сложа руки. Привет, Марти! Ну что, сказать или не надо? Сказать что? Я ведь предупреждал, я вас предупреждал! Ты злишься на меня из-за грозы? Да, я ведь не хотел ехать. Я знал, что будет гроза. Но нет, у нас же детская непосредственность и очаровательный оптимизм. Извини меня, Марти, я постараюсь как-нибудь исправить проблему с погодой. Да делай, что хочешь, только меня не трогай. А если гроза прекратится, мы сможем ехать? Я не буду ничего обещать. Он поговорит с девушкой в справочной. Ты смотришь телек? Нет, свитер вижу. Конечно, я смотрю телевизор. Вот бы и меня когда-нибудь показали по телеку. А, думаешь, там своих придурков мало? Ладно, я пошел. Но ты не волнуйся, я все исправлю, и мы выберемся отсюда. Забудь, губка Боб. Это же скалистая лагуна. Какое-то жуткое местечко, в общем. Все автобусы отменены. Все автобусы отменены, ждите информации, рыбное филе. Ну, я и попал. Поговорим со справочным. Простите, мадам. Да, что ты хотел? Скажите, я в скалистой лагуне? Да, ты в скалистой лагуне. Мои соболезнования. А когда уходит следующий автобус? Все автобусы, выезжающие из скалистой лагуны, отменены из-за неудовлетворительных погодных условий. Спасибо за ваше терпение. Но мне нужно выбраться отсюда. Я еду в бухту Барахты. Похоже, что не едешь, заморыш. Ох, рыбное филе. Обзывается. Я впервые в скалистой лагуне. Может, расскажете мне что-нибудь об этом городке? Я с удовольствием расскажу тебе все в подробностях. Отлично, спасибо. Если ты будешь так добр и принесешь мне перекусить. Я что вам, мальчик на побегушках? Я и так весь день ношусь, как заведенный. Батончик Омарс, пожалуйста. И смотри, не помни его по дороге. Может, еще кому-нибудь что-нибудь принести? Не стесняйтесь, заказывайте. С кем ты разговариваешь, простофиля? Какой у вас большой роскошный глаз. Это чтобы лучше тебя видеть, заморыш. Девушка так грубит. Что вы сказали вам принести? Батончик Омарс. Они продаются в торговом автомате снаружи. Я бы сходила сама, но от дождя у меня испортится макияж. Я вернусь быстрее ветра. Жду не дождусь. Я пошел. Что бы такое придумать, чтобы выбраться из этого места? Да хоть на ушах стой. Тебе не выбраться отсюда, пока погода не улучшится. Она просит батончик. Нужно его раздобыть. Шлепать вниз по дороге или вверх по дороге? Ну, шлепать вверх по дороге. Тут такая дорога наверх. Пойдем здесь обследуем сначала все. Здорово. Что делаешь? Жду автобуса. Мне нужно вернуться в лагуну Бикини. Ой, да автобуса же теперь днем с огнем не сыщешь. Чудно, замечательно, великолепно. Погодите-ка, а мы не знакомы? Нет, точно нет. Я не видел тебя ни разу в жизни. Ты очень необычно выглядишь.
Думаю, я бы запомнил тебя. Ну ладно, ты выглядишь как-то знакомо. Наверное, просто напомнил кого-то. Ага, так оно и есть, Губка Боб. Эй, если ты меня никогда не видел, откуда ты знаешь, как меня зовут? Ты просто... ты выглядишь как Губка Боб, вот и все. Хватит доставать меня, я тебя ненавижу. Ладно, нифига себе. Извини. Да это тот самый парень, которому мы давали крабсбургер. Клевая баночка. Ага, эпилепсия. Отличный напиток. И банки очень обтекаемые. Пинать приятно. А можно я возьму ее? Интересно, а чем я тогда буду заниматься, пока жду автобуса? Ты можешь поговорить со мной? Без обид, малец, но я лучше буду бить баклуши. Баклуши? А где тут баклуши? Покажите, я хочу их побить. А за что мне это? Я тебя ненавижу. А что ты думаешь обо всей этой погодке? Хочешь знать, что я думаю? Так я тебе скажу. Это все шаманство какое-то. Шаманство? Ага. Я слышал легенды о том, что в скалистой лагуне живет могущественный климатический колдун Марлин. Он явно в этом замешан. Ты посмотри на этот дождь, как из ведра. Ух ты! Климатический колдун? Такие бывают? А ты знаешь, где он обитает? Не, никто не знает, где он живет. И я вообще не собираюсь торчать тут и ждать, что он еще выкинет. Ну, мне пора бежать. Ладно, я тебе свисту, когда автобус придет. Очень сомневаюсь, он же его ненавидит. Так, а вот это? Подойти к автомату. Надо положить монетку в слот. А у нас больше не осталось? Все прокатали на автобусе. Блин. Нужна монетка. Туалеты. Ух ты! Там внизу монетка валяется. Как бы ее достать? Как ее достать? Хочу монетку. Достал, вот похоже. Ну, хотя бы монетку достал. Отлично. Пошли к автомату. Да. Батончик отнесем сейчас. Девушки с одним глазом. Да! Вот ваш Омарс, леди. Обожаю Омарс. Спасибо. Ну ладно, что ты хотел узнать? А что тут можно посмотреть? Не так уж много. У нас есть МССЛ, ну, метеостанция. Там сестра моя работает. Они проводят экскурсии каждый день. Хочешь, сходи. Ого! Метеостанция! Это как раз то, что надо. Они скажут мне, когда эта гроза наконец кончится. Она дальше по улице. А теперь топай отсюда. Спасибо! Пока! Открылась новая локация. Сохранимся сейчас быстренько. Так. Ну, прямо туда и отправимся.